программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. В начале некоторые темы этого выпуска. Мобилизованных многодетных отцов начали возвращать. Жительница Барнаула, которая обращалась во множество инстанций, наконец ждет мужа домой. В борьбе за доступность медицины жители поселков Центрального района просят навести порядок в 10-й горбольнице на Южном. Сроки прежние. Не позже ноября 2023 года. Уже 20% конструкции для проезжей части моста на Новом рынке доставили в Барнаул. Но вначале закон о двухгодичной службе в армии российский парламент рассматривать не будет. Идею депутатов и сенаторов об увеличении срока службы не поддержали ни в Министерстве обороны, ни в администрации президента, сообщают федеральные СМИ. Власти решили сконцентрироваться не на продолжительности, а на качестве военной подготовки, говорится в федеральной газете «Ведомости». А увеличение срока службы этому способствовать не будет. Между тем, в регионе начали возвращать многодетных отцов, которые попали под мобилизацию. Об этом стало известно накануне. Моя коллега Ирина Корчагина присоединяется к нам в студию, чтобы рассказать все подробности. 85 многодетных отцов, которых мобилизовали из Алтайского края, должны вернуть домой. При этом у мужчин есть право выбора. Они все же могут отправиться в зону спецоперации, если, конечно, пожелают. Такие случаи тоже есть. 28 октября по решению губернатора и военкома края в регионе прошло заседание призывной комиссии по мобилизации, итогом которого стала отмена принятых ранее решений о призыве многодетных отцов на военную службу по мобилизации. Речь идет о мужчинах, имеющих на иждивении 3 и более детей – возрасте до 16 лет. Важно здесь, наверное, уходить от различных возможных перекосов, когда там есть попытки оформить опекунство на полгода, там, ну вот на такие форматы, наверное, это нечестно с точки зрения демографии, такой, в шутку, конечно, да, то есть гротескно, но важный шаг, когда, ну, вот это событие, да, что называется, воссоединило семьи, так скажем. И действительно, после объявления частичной мобилизации в крае стали чаще признавать детей. Об этом говорит официальная статистика. С 21 сентября по 7 октября в регионе зафиксированы 444 акта об установлении отцовства. В аналогичном периоде прошлого года 176 актов. Еще раз, 444 и 176. Причем мужчины побежали искать не только своих внебрачных детей. Они пытаются усыновить своих племянников, например. Несмотря на то, что в вопросе мобилизации многодетных отцов уже есть какая-то ясность, их родственники все равно переживают. Например, к нам в редакцию обратилась женщина, ее муж многодетный отец. С 29 сентября он находится в Омске. Накануне Анастасия получила письмо из правительства края. Решение о призыве ее мужа отменено, но женщину пугают бюрократические нюансы. Ему сказали, что да, документы пришли, но какие конкретные, мы ничего никто сказать не может. Документы еще рассматривать юридический отдел. Когда он их рассмотрит, тоже пока еще неизвестно. Вот чего переживаем. Сегодня свои права продолжают отстаивать мобилизованные с серьезными проблемами здоровья. Естественно, эта информация не подавалась в военкоматы долгие годы. Рекомендуем, ну и родственникам, и самим мобилизованным, то есть если они считают, что их права нарушены в части оценки состояния здоровья, потому что, ну еще раз подчеркну, я уже много раз подчеркивал, что на этапах мобилизации это только медицинский осмотр. Никто не мешает военнослужащим подавать рапорт в тех частях, где они находятся, на командира части, проходить и требовать ВВК, предоставлять документы. Это уже вопрос определения категории годности, и тогда человек уже уходит из категории запаса, в принципе, в категорию Д, который не подлежит призыву. Кстати, накануне Владимир Путин заявил, что сегодня уже около 80 тысяч мобилизованных находятся в зоне спецоперации. Из них 50 тысяч принимают участие в боевых действиях. Остальные пока на полигонах. К другим темам. Жители десятка барнаульских поселков объединяются, чтобы сделать медицину на их территории доступной. Городская больница номер 10 и подведомственные ей учреждения с той самой доступностью не справляются, говорят люди. Очередь к врачам растягивается на недели и даже месяцы, а сами участники противостояния выходят уже на личный уровень. Подробности далее. Повторно он должен прийти 16 ноября в 10 часов, получить, что вот больничная закроется. А на кровь он получил талон на 22-е, 11-е, на 8:40.
Разница в неделю между диагнозом для ее отца и забором крови Елизавету поражает. Когда ей нужен был срочный прием гинеколога, граничащий с жизнью, своей 10-й горбольнице ей предложили прийти через 2,5 недели. Взять кардиограмму или по давлению – это невозможно. 2,5 недели прождать, когда у тебя обострение, гастрит или давление, уже не будешь, пойдешь к платному. 9-й месяц уже ждет гастроэнтерологу, а подагра воспалилась, она уже 3-й месяц ждет к этому ревматологу. Такие долгие ожидания, а почему здесь-то не попасть? А потому что здесь нет узких специалистов. Время 9:00 утра. Поликлиника полностью отремонтирована, но народу нету. Наверное, потому что нету специалистов. Уже месяц жители барнаульских поселков объединяются, чтобы отстаивать свое право на доступную медицину. Ко мне обратились жители поселков и Южный, и Центральный, и Вяжный, чтобы нам всем сообщать и проблемы решить. Мы начали решать петиции. К 10-й горбольнице приписан десяток поселков. Это 40 тысяч человек. Огромная нагрузка для врачей и недельные очереди для пациентов. Сейчас петиция жителей удалена. Но тот, кого в ней просили отстранить от должности, главврач учреждения Павел Польников, уверен, что причины противостояния личные. Наверное, кому-то когда-то я не угодил. Сообщает, укомплектованность кадрами в норме. Средних медработников 76%, столько же врачей. В каждом поселке есть амбулатория или ФАП. Фельдшер пункта в Ягодном вернулась на рабочее место. Ранее в СМИ писали, что из-за нехватки кадров ее перебросили в больницу Южного, оставив без первичной помощи целый поселок. Главврач рассказывает, что только сегодня провел 2 собеседования. Вышел эндокринолог, второй хирург стажируется, добавляет, врачей не хватает везде. А массовое увольнение вовсе и не увольнение. Если какая-то ситуация возникает с недокомплектом, это в основном сегодня связано с тем, что люди уходят на перерасчет пенсии и временно в течение месяца отсутствуют. Если в том году было еще 5 врачей, педиатров, то в этом году 3, и уже они пишут, говорят, что мы уйдем, мы не справляемся с таким потоком. Ни в коем случае не говорю, что врачи какие-то плохие, просто до такой степени система здесь образовалась не очень хорошая, климат, что врачи уходят. Представитель возмущенных жителей Максим Ломакин даже был на приеме в Минздраве. Но в ответ услышал, что люди, цитата, «во всех проблемах виноваты сами». Жители намерены и дальше бороться за доступность медпомощи. Анастасия Дороган, Александр Антропов, «День с толком». 20% металлоконструкции уже доставили в Барнаул для благоустройства будущего моста на Новом рынке. Напомним, мостовые пролеты, по сути, дорожное полотно, выпускает для барнаульского путепровода сибирский завод «Тюмень-Стальмост». Разгрузка элементов пролетных строений практически в ежедневном режиме. На строительную площадку уже привезли 13 из 60 секций. Из них и будет состоять проезжая часть будущего путепровода. У нас будет из данных секций собираться 3 пролета. Один длинный, 49 метров практически длиной, и 2 покороче, один 27, другой 30 метров. Всего таких у нас пролетов будет в сечении в поперечном 6, то есть 6 линий с промежутками, потом поверх которых будет устраиваться уже железобетонная монолитная плита, поверх которой уже будет, соответственно, асфальтобетон укладываться. Общая стоимость металлоконструкции вместе с доставкой порядка 320 миллионов рублей. Монтировать секции специалисты начнут в начале следующего года, после укрепления грунта. Дорожники также рассказали о других работах на объекте. На большом мы закончили устройство буронабивных свай на 4-й опоре. Сейчас на этой неделе заканчиваем устройство буронабивных свай 1-й опоры. 2-я опора у нас другой конструктив, неглубокого заглубления, без буронабивных свай. И к 3-й опоре мы приступим через неделю ориентировочно. Тоже ждем сейчас поставку шпунта. Как только шпунт приходит, мы забиваем, так как там железная дорога рядом. И потом приступаем там уже к устройству буронабивных свай.
Продолжаются работы и на маленьком путепроводе. Для его обустройства начинают поступать железобетонные блоки. Специалисты дорожного управления отмечают, что отставания от графика нет. Запустить мост на новом рынке планируют в ноябре следующего года. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Вопрос уже на рассмотрении. Речь об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте. С таким запросом барнаульские пассажироперевозчики обратились в городскую администрацию. По их словам, цена поездки сегодня должна составлять как минимум 50 рублей. Однако пока горожане платят 28, и это едва позволяет транспортным компаниям удержаться на плаву. Поэтому тариф должен расти, уверяют сами перевозчики. Насколько дороже может стать билет, узнавала Анара Шагирова. Едва барнаульцы привыкли к предыдущему повышению стоимости проезда в городском транспорте, а это было в декабре прошлого года, как перевозчики снова заявили, тариф нужно повышать. Мол, нынешние 28 рублей за билет – цифра даже не вчерашнего дня. К сравнению, уже почти 10 лет назад, говорит один из перевозчиков, оптимальной стоимостью проезда было 37 рублей. Ситуацию с ценами, уверяют, нужно решать своевременно. Ситуация, она такая, вот она все время приводит к тому, что мы немножко всегда набираем долги, потом выходим на то, чтобы на администрацию с просьбой увеличить тариф, потом нам его увеличивают, естественно, не сразу, а попозже чуть-чуть, и мы только потом начинаем свои долги снова отрабатывать. Сегодня, рассказывают перевозчики, подорожало практически все – от дизельного топлива до запасных деталей. Стоимость автомобильных шин выросла на 60%. Из 75 автобусов на ходу осталось чуть больше 50, говорят в одной из транспортных компаний. А повышать зарплату водителям и кондукторам тоже не из чего. Оттого и острый дефицит кадров. Мало кто хочет работать по 12 часов за 30 тысяч рублей в месяц. Пересмотр тарифа неизбежен, иначе возить тех же пассажиров будет просто некому. Если вот брать, как мы рассчитываем, как должно быть, чтобы мы могли обновлять подвижной состав, выплачивать достойную заработную плату, иметь нормальный ремонтный фонд, ну, то есть вести полноценную хозяйственную деятельность, если вот так вот грубо говоря, то тариф должен быть в районе 50-55 рублей. Правда, к такой стоимости проезда горожане еще не готовы, понимают и сами перевозчики. Поэтому отправили запрос в администрацию с просьбой увеличить тариф хотя бы до 32 рублей. Так считают руководители транспортных компаний, предприятия смогут удержаться на плаву. Как вы думаете, как горожане отреагируют на повышение цены на те же 4 рубля? Я думаю, что они должны объективно рассматривать эту ситуацию в нынешних экономических условиях. На сегодняшний день инфляция в стране и в регионе практически достигла 12%. Я считаю, что это нормальная практика повышения тарифов не только в нашей сфере, но и во всех остальных сферах. Впрочем, мы и сами поинтересовались у горожан, как они относятся к возможному удорожанию стоимости проезда. Мнения неоднозначные. Мне это кажется просто беспредел. Кошмарный городской транспорт. Еще и деньги за это платить. Я не знаю, мне вот прям стыдно за город. Я этим не болею. Мне хоть все равно. Нормально. Я с другого города. И, на мой взгляд, в Барнауле еще уместные цены, которые не сильно отражаются на моем бюджете по сравнению с тем же Новосибирском. А в Новосибирске сколько стоит проезд? Проезд по городу стоит от 50 рублей. Со здешними 28-30, что такое я платила, мне комфортно. Сейчас 28 рублей, это для некоторых студентов уже достаточно проблематично, а 50 рублей, мне кажется, это было бы уже очень сложно. Как стало известно, сейчас в профильном комитете города рассматривают документы, которые предоставили перевозчики, и проводят расчеты. Вопрос о цене на проезд в общественном транспорте рассмотрят на Координационном совете по ценообразованию. Однако свалить все проблемы отрасли на пассажиров, говорят перевозчики, было бы неправильно. Посильную помощь могли бы оказать и городские власти. Как вариант, доплачивать транспортным компаниям большую разницу за льготников. Допустим, для школьников она из малообеспеченных семей, если не ошибаюсь, вообще там 7 рублей получается. Но до 24 рублей доплачивает бюджет города. По нашему мнению, доплачивать нам нужно возмещать полные наши выпадающие доходы, то есть 128 рублей. Еще одним решением проблемы могло бы стать появление муниципального предприятия или так называемых брутоконтрактов, когда администрация гарантирует перевозчикам фиксированную оплату работы из бюджета, независимо от пассажиропотока, а деньги за проезд возвращаются к городу. Впрочем, работа по этому направлению, как ранее заявляли в мэрии, ведется. А вот вопрос о стоимости проезда пока остается открытым. Анара Шагирова, Алексей Фризин. День с толком.
Переживать за лебедей больше не придется. Абсолютно все птицы с моста на Новом рынке обрели новый дом. Несколько лебедей поселились в парке «Лесная сказка», а большую часть стаи приютили в детской школе искусств во Власихе. Разлучать птиц не планируют, они стоят рядом и уже стали популярным арт-объектом. Эти лебеди мы красили полностью, то есть черные лебеди не были обновлены, а на всех лебедях остальных мы клювики подкрашивали. Пара черных лебедей и 5 белоснежных. Двор детской школы искусств во Власихе – новый дом для половины стаи с моста на Новом рынке. Директор учреждения Лариса Белькова говорит, что еще в мае поняла – лебедей приютят здесь. У нас достаточно хорошая территория и обозримая, и люди мимо проходят. И поэтому я так думаю, что место этим лебедям будет у нас очень уютное. Чтобы историю птиц не забыли, установят табличку. Воспитанники ДШИ ценности от спасения барнаульских лебедей еще не осознают, признается директор. Но это пока. В школе почти 20 направлений. Фольклорный вокал, танцы, ткачество, гончарное мастерство. В детях взращивают уважение к народному творчеству и сохранение памяти. Сейчас очень модно, когда так называемый, ну я не буду этим словом, handmade или как вот это вот, когда человек что-то делает вручную, и вот такие вот ручные вещи, они очень ценятся. Это ценность не такая, как, допустим, можно оценить в копейках и рублях, а больше для... Весной птиц перенесут на холм и стилизуют его под водоем. Их будем устанавливать по мере вот подъема, за ними будет посажен ирис болотный, который будет имитировать у нас именно болотные травы. Другие птицы уже живут в барнаульском зоопарке. Последним шагом в этой истории станет создание бронзового лебедя как символа того самого Андрюши на уже отреставрированном мосту. Третий этап он уже точно будет завершающим, и сердца барнаульцев успокоятся окончательно в этом вопросе, что, в принципе, можно и в зоопарк прийти, посмотреть на лебедей, и сюда приехать, во Власиху посмотреть. Конечно, сейчас наступает зима, может быть, это выглядит не так презентабельно, когда вокруг будут клумбы, зелень, я думаю, что будет намного краше. Анастасия Дороган, Александр Антропов, «День с толком». Традиции и культуру народов, населяющих Алтайский край, очень важно сохранять. Это особенно актуально в современных условиях. Как в этом могут помочь учреждениям культуры, обсудили в Барнауле на первом в истории региона съезде таковых. Поделиться опытом приехали и гости из Москвы, и Самары. Подробности далее. 250 работников культуры из 63 районов и городов края. В Барнаул съехались все, кто так или иначе занимается традициями народов, населяющих наш регион, музеи и дома культуры. Каждый делился опытом своей работы, ведь каждый старается развивать народную культуру, сохранять их язык, танцы и песни, а еще обязательно национальные костюмы. А как же правильно подойти к костюму? Очень много ошибок, да? Очень много случаев, когда человек выходит в костюме на сцену, и мы не очень понимаем, это костюм какой национальности, это какая культура. Если это казаки, то это какие казаки? И вот эти профессиональные разговоры по таким темам, которые в конечном итоге должны повлиять на уровень исполнительского искусства. Фойе Дворца культуры Барнаула участникам съезда представили самые разнообразные национальные костюмы – русские, казахские, монгольские. Все шиты из натуральных тканей, шерсти и хлопка. Все максимально приближены к тем, которые сотни лет назад носили представители разных национальностей. Нам необходимо укреплять внутреннюю национальную идентичность, да, то есть понимать, что сохранение культурной традиции региона – это не просто комплекс мероприятий, это понимание, к какому этносу ты относишь себя, взаимоотношения этого этноса с той территорией, на которой вы находитесь. В рамках съезда представителей клубов и домов культуры ждали награды за труд, благодарности и цветы от губернатора края. Также вчера и сегодня участники съезда посетили национально-культурные автономии, Союз армян, немцев Алтая и других народов. По итогам работы съезда планируется разработать комплексный план мероприятий по сохранению и развитию традиционной народной культуры в Алтайском крае. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.
На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Обязательно звоните. Ну а через несколько секунд о погоде, спонсор прогноза компании «Валар». До встречи!